Да. С удовольствием продолжаем. Мы тоже хотим показать молодую кровь, которая бурлит в венах Брусничной поляны. Мы очень любим, когда у нас появляются и школьники, и студенты. И вот у нас такая замечательная смена растет. Александра Калилубек. Сегодня она присутствует, у нас будет присутствовать одна на сцене, а иногда она даже в сопровождении музыкальным вдвоем и втроем находится. Она сама и автор песен целиком, и автор музыки, и исполнитель. И душа КСП МГУ, организатор и возродитель фестиваля КСП МГУ. Ну, в общем, растет смена. Мы гордимся. Александр Калимбет. Спасибо. Ну, кроме того, что весна, это солнце, все такое, это таяние снега, вот, и появление ручьев, появление рек. Поэтому первая песня будет про таяние снега, а вторая будет про реки. Снегурочка. Я, которую весну проживаю, как последнюю жизнь свою кляну, зимнюю, осеннюю жизнь свою кляну, зимнюю, осеннюю. Предвещала матушка, предвещала слезы мне, вопали у камушка, предвещала слезы мне, у горючего камушка. Я на дальние костры все гляжу с опаской. Восходы плывут и закаты, ах, муза вперед, во
лампочки.